И однозначно победа будет за нами, потому что за нами, как сказал президент в своем завершении сегодняшнего послания, правда за нами. А если сказать про сегодняшнее послание президента Владимира Владимировича Путина, то можно с уверенностью сказать, как всегда наш президент говорит, и как во всех посланиях, самое главное то, что он обозначил, то, что наша страна и народ, они едины в специальной военной операции и в том, что сегодня в целом делается страной в глобальном смысле, на международном уровне. Что это значит? Это значит, сегодня мы видим в лице коллективного Запада, их приспешников, сатанистов, ЛГБТшников, которые сегодня миру навязывают сатанизм, несемейные ценности. Сегодня президент в своем послании четко обозначил позицию нашей страны в отношении религиозных, семейных ценностей, без разницы какой религии, уважение к любой религии и к любым национальным и культурным сообществам. И поэтому я уверен, что, как и всегда, сегодняшнее послание, оно будет для всего мира таким ключевым в борьбе с международным сатанизмом и с международным глобальным, можно сказать, фашизмом. И то, что как сегодня проводится специальная военная операция, как и президент, и мы все, и наш руководитель Рамзан Ахматович уверены в том, что победа будет за нами. То, что касается сегодня, мы видим, все они кричат, орут там танки, там еще что, там чуть ли не хотят ядерное оружие. Этим они показывают, насколько они хотят сегодня миру, человечеству навязать всю эту грязь и плюс потом уничтожить, наверное, все, всех и вся с приобретением атомного оружия. Этот сатанист, ЛГБТшник Зеленский, он только об этом и говорит, ему ни мир не нужен, ему он не думает ни о украинцев, о народе, он как бы, этот сатанист везде, на всех мероприятиях, как мы видим, где он там, его ведут как кукловод, кто-то ведет его, и он кричит, орет нам оружие, оружие, ему там танка не хватает, самолеты, что бы там они ни поставляли, танки там, я не знаю, самолеты, абсолютно ничего это не решит. И однозначно победа будет за нами, потому что за нами, как сказал президент в своем завершении сегодняшнего послания, правда за нами, и мы победим. Россия сила, мощь, Ахмат сила. Аллаху Акбар.